Сегодня глава Чувашии принял участие в расширенном заседании Генерального совета организации «Деловая Россия». Предприниматели, руководители субъектов и члены правительства обсуждали развитие экономики в стране и меры поддержки бизнеса. Масштабный план экономического роста участникам заседания представил федеральный министр Максим Орешкин. По его словам, в отрасли наметились позитивные тенденции. В перспективе будут снижаться банковские ставки и развиваться налоговая система. В стратегии особый упор сделан на высокотехнологичные проекты. Российская промышленность в них сейчас нуждается как никогда. На заседании обсуждали и инвестиционный потенциал субъектов. По словам экспертов, Чувашия выстраивает грамотную политику поддержки предпринимателей. Мне нравится вовлеченность и настрой региональных органов исполнительной власти в ответы на запросы делового сообщества. То есть какая проблема не возникала, стараются искать ответ и относятся к нам неформально. Это правильно. Чувашская республика в этом смысле является очень хорошим, положительным примером. Традиционно развивают электротехническую промышленность и все, что связано с высокими технологиями. И подавляющая часть подобного рода проектов находится именно в этой зоне. Инициативно Чувашия, то, что Михаил Игнатьев занимается самостоятельно этой проблемой, мы напрямую с ним, он курирует эту проблему сам, дает определенный импульс.